Агентство недвижимости Спайнтур в Аликанте. Масса вариантов. Здравствуйте, здравствуйте всем. Смотрите, дом. Ему 20 лет. По теории, его можно считать новым. Всего 20 лет. Идем посмотрим. Зашли в подъезд. Такие панорамные окна на входе. На полу мрамор, на стенах мрамор, есть пешая лестница и дополнительно еще и лифт. Пошли, поехали. Нажали кнопочку. Первый этаж по-испански, второй по-русски. Лифт работает тихо, аккуратно, надписей о любви нет. Есть зеркало, привести себя в порядок. Идем. У нас зима наступает. Днем плюс 18-22. Ночью бывает уже 10. Так, прямо мы видим квартиру. Вниз спуск. И так выглядит лестничная площадочка. Две квартиры. Все очень аккуратно и симпатично. Заходим. Сразу хочу потрясти ваш мозг основательно, чтобы вы удивились. Смотрите, есть отопление, но не это я хотел сказать. Я хотел сказать, что квартира 3 комнаты и общая площадь 200 с лишним квадратных метров. 200 с лишним квадратных метров за счет того, что гигантская терраса. Сейчас мы вам ее покажем. 3 комнаты. Да, я видел отопление, да, показал. Есть встроенные шкафы. Здесь живет хозяйка, все очень аккуратненько, чистая мебель, видно невооруженным взглядом. Потолки, наверное, ну 2,50 где-то. Большое окно, не буду открывать никогда, друзья. Опять есть отопление. Так, сейчас там хозяйка. Проходим. Двери в отличном состоянии. Прямо от входа, я вам показал, если бы я стоял спиной, налево первая комната. А при движении прямо зал. Они вышли, я могу его показать. Тоже двери в прекрасном состоянии. На полу персидский ковер. Здесь обеденный столик, наверное, что-то такое. Вентилятор видим. Присутствует опять с витражами. Большие окна до самого пола. Да. Жалюзи здесь вот подъемные через этот крутильный рычаг. Ну, большой хороший зал. Метров 25, наверное, на глаз. Да. И опять телевизор старенький. Комодик какой интересный. Думаю, что вся мебель остается. И опять большая батарея. Так, идем далее. Напоминаю, зашли мы вот здесь. Налево первая комната. Прямо зал. После этого идет у нас... Здесь комод тоже, ух ты. Мебель-то хорошая такая, я скажу. Конечно, не каждому подходит по вкусу, но приятная. Я люблю такой стиль. Прямо идет кухня. Кухня, опа, а кухня-то у нас не трамвайчик. Вот на меня, мне вернее, многие говорят, что типа, что за планировка? Ну, вот смотрите, дому 20 лет, совсем другая планировка. И здесь уже нет таких маленьких кухон, как в тех квартирах, которые были построены, допустим, 60-50 лет назад. Тогда теснее все было. Сейчас здесь стоит столик, за которым спокойно умещается, ну вот смотрите, 4 человека уместится, да. А отсюда идет окна, посмотрите, в каком отличном состоянии. У нас есть даже маленький свой дворик, патио там, где-то 4,5 метра, может, длиной. И там соседи, там белье сушат, это нормальное явление. Значит, свой дворик, хорошая кухня, собака!
Как я люблю собак. У меня дома и кошка, и собака. Так, кухня в отличном состоянии, без всяких сомнений. Да. Повернули мы сюда, опять видим батарею. И за поворотом находится первый санузел. Опять с отоплением, что говорит о том, что здесь вложено было много средств. Возможно, в этом доме сразу изначально было установлено отопление. Есть ванна и плиточка. Отлично. Все отлично просто. Даже не знаю, что сказать. Очень чистоплотные хозяева. Даже здесь все помыто, как-то пахнет вкусно и приятно. Идем далее по коридору. Налево у нас второй санузел. О-о-о, какой санузел. Уже побольше. И чуть-чуть побольше. С ванной. Так. Итак, два санузла с ваннами, да? Опять в отличном состоянии двери. Так. Идем дальше. Обнаруживаем направо спальню и налево. Снимаю на мобильный, друзья, потому что очень много работы. Мы много сейчас продаем недвижимости. Ох, что это вижу. Местным жителям. Их всех устраивает это качество, снятое на мобильный. Друзья, нету времени. Нету. Раньше снимал на камеру. Сейчас этот мобильный снимает Galaxy так же, как камера. Вытащил рэк, включил и пошел. Давайте досмотрим с вами последнюю комнату. И выйдем и... А, тоже есть отопление, да? И выйдем и будем потрясены террасой. Последняя комната. С предыдущей комнаты, в которой я был, был выход на террасу. А здесь окно на террасу есть. Даже спортом немножко занимаются. Опять отопление. Так, очень приятная квартира. Прям вот прям. Иногда даже квартиры за 100 тысяч, видишь, зачуханные просто. Вот все зависит от хозяина. Здесь все чистенько, аккуратненько прямо. Ну, просто фантастика. И шокирующая, опять батарея, шокирующая своими размерами терраса. Вот что значит второй этаж. Ну что, что мы можем здесь сделать? Играть в футбол, загорать, совершенно спокойно отдыхать. Я думаю, здесь даже можно при проверке узнать о коммунидаде, посмотреть, что там внизу. Здесь можно поставить и свой бассейнчик. Ну сколько там? Какой-то небольшой, надувной или там пластиковый. Шикарно. Что видим вокруг? Да, тут еще огромные тольдосы, накрывающие от солнца, да? Зелень от соседей. И показываю, как выглядит внутри дома. Вот. У этой соседней квартиры тоже подобная терраса, как я себе представляю. Ну, это просто, я скажу, разрыв мозга, потому что таких больших террас, ну, это единицы. Вот такой планировочки у нас эта квартира. Отлично. Просто отлично. Да, стоимость смотрите под видео. Всегда ссылка в описании. Почему? Почему? Потому что цена может измениться. А если я на видео цену указываю, люди смотрят и говорят: о, интересно, или о, как дорого. А на сайте она всегда актуальна на день просмотра. То есть вы должны это понимать. Поэтому нажмите ссылочку, если вы реально заинтересованы в квартире, и посмотрите актуальную стоимость и месторасположение квартиры. И последнее, чтобы вас добить, мы еще сейчас пойдем посмотрим гараж к этой квартире. Вышли. Очень нам понравился этот лифт. Мы решили на нем опять проехать. Это улица не очень такая, чтобы она была загружена. Она находится между домами. Район Кампоамор. И продвигаемся. Выезд. Видите? Обрисованный. Красиво так. Спускаемся вниз. Ой.
В общем-то, это парковка, да? Парковочное место. Ну, испанцы называют гараж, гаражи. Машины стоят. Это въезд, выезд. Вот и все, друзья. Показали вам шикарную квартиру. Еще раз говорю, смотрите ссылку под видео на сайте. Нажимайте и смотрите цены, месторасположение и количество комнат и так далее. Заказывайте недвижимость. С вами компания SpiceTour. Чао!